У Ірану немає необхідних технологій для розшифровки бортових самописів збитого українського літака МАУ. Обладнання просять у Сполучених Штатів та Франції. Про це повідомили в організації цивільної авіації Ірану. Пане Всеволод, як ви можете прокоментувати, що лабораторію КПІ, тобто Київського політехнічного університету? Питання в іншому, що, як правило, подібні речі мають здійснюватись на заводі, який виготовлював цей літак. Але з політичних міркувань, так як там Іран і Сполучені Штати там, ну, в стані холодної війни, як мінімум, яка може перерости в гарячу в будь-який момент. Зараз модне слово гібридна війна. Чи да, в стані гібридної війни, правильно. Да, хоча такого визначення, в принципі, немає. Це от придумали недавно тільки. От, то по відповідним політичним мотивам вони не можуть передати ці самописці на завод Боїнга, тому що це територія Сполучених Штатів, відповідно, там можливі любі фальсифікації. Ну, все ж таки у Францію чи може так. Україна вважатись нейтральною країною? Думаю, що навряд чи. Чи є у нас можливість якісно, ну, якісно це, я маю на увазі, не те, щоб самим знати, а те, щоб весь світ визнав цю розшифровку? Чесно кажучи, теж сумніваюсь. Тому що Іран на сьогоднішній день технологічно, можливо, навіть більш розвинута країна, чим ми. Тому, ну, питання залишаються. Взагалі, це така дуже темна історія і з биттям, і з взяттям вини Ірану на себе. А можливо, з цього приводу Іран і не хоче, щоб десь в інших країнах саме розшифровували ці чорні скриньки, адже ми бачимо зараз, що Іран... Він обрав Україну, тому що Боїнг був український. Ні, це зрозуміло, це зрозуміло. Але ми бачимо, що Іран хоче, щоб обладнання з Франції чи Сполучених Штатів завезли до Ірану, і там вже дивитися ці скриньки, тому що там може бути дуже багато цікавого, тому що ми розуміємо, що дуже багато питань щодо цієї катастрофи. Правди по цій катастрофі ми не знаємо ніколи. Тому що, ну, от, наприклад, я колись там на військовій кафедрі вивчав ПВО. Я, наприклад, не розумію, як можна було випадково перепутати літак. От просто от, те, що я знаю трошки, ну, там, можливо, я не все знаю, там, засоби, причому навіть з тими засобами, а сучасні засоби, вони більш точні, чим ті, які є ще в 80-х роках. Тобто, я не розумію, як можна перепутати літак, скажімо, з крилатою ракетою. Просто це нонсенс абсолютний. Тим більше, що якщо ми подивимося географію, то Тегеран знаходиться по центру великої країни. До нього воно просто не все долетить, якщо від кордону запустить. Тому це просто отака історія, вона більше політична. І, я думаю, рішення будуть і висновки будуть абсолютно політичні. І людям ніхто ніколи правду не скаже, що сталося і чому був збитий літак. Те, що це випадково, я абсолютно не вірю. Дякую, пане Олександре. Як ви вважаєте, не випадково, що Іран саме пропонує обладнання завести до Ірану і там розшифровувати ці чорні скриньки? Є в цьому, я так розумію, спроба Ірану розібратися, що насправді відбулося, і дійсно винуваті їхні військові чи ні? Я, звісно ж, не можу себе вважати спеціалістом, що стосується в області. От чорні ящики – це регістратор. Але моя воєнна спеціальність – саме вони. Ну, тобто, я непосередньо, якщо б був находился на военной службе, я занимался конкретно вот этими вот приборами, которые называются регистраторы. Их много разных. Я могу сказать, что, конечно же, их можно расшифровать и в Иране, и в Украине. Это не является ничем сверхъестественным, потому что этим занимаются стенды. Эти стенды поставляются, они продаются при необходимости. Угу. То, что их нет официально в Иране, может быть, они есть неофициально, но официально их там быть не может, потому что на Иран наложены санкции. Боинг достаточно современный, то есть он 16-го года. Соответственно, регистраторы, ну, они имеют версию, они там имеют... Там, это комплекс, который нужно уметь обслуживать, и у тебя должен быть человек с дипломом, который это умеет обслуживать. Космического в нем, ну, как бы быть не может, потому что там с 70-х годов особо ничего не изменилось. Для наших зрителей нужно понимать, что же может находиться в этих самописцах. Ну, их там несколько. В гражданской авиации, по-моему, их три. Должно быть.
Ну, понятно, что это самое красивое то, что есть, это регистрация звука. Мы можем услышать, что записывали, какие переговоры были среди пилотов. Потом это показатели работы двигателей, показатели работы всех, а там авионики определенные, там, когда, ну, условно говоря, когда выпустили шасси, когда забрали. И, соответственно, показатели в тот момент, когда произошел момент столкновения с ракетой, встречи с ракетой. То есть какие показатели резко стали изменяться, соответственно, с какого ракурса они зашли, ну, зашла ракета, что на первом повредило, была ли адекватная работа пилотов в этот момент. Но Иран это делает не по той причине, ведь они уже признали. Ну, то есть они признали факт, то, что была уничтожена ракета, вопрос остается в другом. Вот вы действительно сказали, непонятно, как можно было перепутать. Этот комплекс, он... Ну, условно, достаточно современный, тот, который есть. И, конечно же, у меня под большим сомнением есть мысль, то, что такая ошибка могла быть. Вопрос, возможно, это была не ошибка. Ну, то есть, возможно, это были злонамеренные действия против Ирана внутри, каким-то агентом, какой-то группой, которые специально запустили эту ракету. Именно в наш самолет. И Иран, дабы... это расследование закапсулировать внутри себя, признал то, что он уничтожил этот борт, а это факт. Но дальше ему нужны данные для того, чтобы провести дальше расследование. Действительно, была ли это злонамеренная группа купленных людей, купленных военных? А в истории такое, опять я ссылаюсь, в истории уже такое было. И было сравнительно недавно, когда для того, чтобы обострение произошло внутри страны, сбивались борта военными самолетами, расследовались, кто это делал, наказывались генералы и пилоты, которые получили за это деньги. Возможно, в этой истории тоже скрыт бес вот именно там. Поэтому Иран пытается просто снять информацию внутри страны, чтобы получить это для своего расследования. А изменить эту информацию, либо каким-то образом задать новый вектор, вряд ли это получится. Поэтому... расследование и есть законы, по которым четко следует действительно международный Иран, кому он может передать. Он и пытался передать Франции. Украина затребовала эти черные ящики. Я не понимаю, зачем так нужно настаивать на этом, и что, там, допустим, Франция не может это сделать независимо. Я думаю, что Иран в искусственном режиме для себя получит такие комплексы разово, для того, чтобы считать эту информацию. Если международная практика пойдет ему навстречу и поставит против запретов на поставки подобных технологий к Ирану, но даже если этого не произойдет, любая страна может это сделать, которая обслуживает Боинги.